Всем привет! Мы продолжим играть в Paper Mario Color Splash. И сегодня мы планируем получить большую звезду. Ой-ой-ой. Бла-бла-бла, там, скорее всего, должна быть звезда, большая звезда. Так, мы нашли чувака, который может чинить мосты. А это мы, походу, без трех ключей не откроем. Один ключ – это тот чувак, которому мы помогли одеться. Так что не уверен, что так просто получить будет эту звездочку. Ходим к чуваку, сгоняем. Отправим туда, по идее. Может быть, зачистим все точки, которые там остались. Странно, что мы не все нашли. Вдруг какие-то проблемы со звуком, видео или еще с чем-то, говорите, может быть, я смогу помочь. Так, нет, не хотел. Perfect. Thank you.
Yellow Spike Guy. Не вижу ничего белого. Окей. Белые точки. Может быть, не спрятаны в цветках. Пока все тихо. Здесь тоже ничего не видно.
Опять же белого ничего не видно. Ну, попробуем тут пройтись. Да, это ничего принципиального не меняет. Мост теперь тут есть. Окей, сходим сначала сюда. Может, сюда нам не нужно. На случай вдруг, если я где-то делаю здесь пропустил. Напомним, мы играем в Paper Mario Color Splash. Это такая новинка для консоли Wii U. Собственно, про бумажного Марио. Я опять же ничего не вижу. Ну-ка, может тут можно нажать не с эффекта. Так, на этот сайт пришлю, наверное. Так, опять же, тут тоже ничего белого не вижу. Окей, ну, возвращаемся так. Может, просто мне пока рано. Thank you.
Король Артур, на нас напали. Я могу убежать. Я могу ничего не делать. Кажется, нет. Ну ладно, загасим. Вот это прикол, не знал, что здесь настолько все хитро. Сначала сюда, пожалуйста. Опять же, ничего белого не вижу. Дали молоток. Так, ну ладно, идем поболтаем с чуваком.
Окей, один чувак готов. Девяносто 7% все еще. Странно. Давай в форт зайдем. Да, я помню. Еще мне банк с краской подсказки надо. Опа, звезда. Так, окей, чистить почту. Окей, вот мы и синий. Помог. Окей. Говорит, что-то в Харбор Дистинкте. Дистинкте нашли. Ну, сказал. Пит-бит. Угу. Окей, посмотрим, что нам почтовый офис даст.
Чувак говорит, что можно потренироваться с цветком чувака, ну, теперь. Еще письмо. Еще письмо. О, Луиджи. Послал сам себе. А его грабануть можешь? Нет. Нет, походу. Ну, ладно. Так, вырежем. Собрались наверх. Батл спин. Мы справились. Так бы я не выучил, что ли? Выучил бы, наверное. Еще один секрет. Так, ну спускаться мы, наверное, пока не будем. Или вообще не будем. Тир-тита.
Окей, открыли нам какой-то левел. Подземный, походу. Так, тут опять чуть не открыто. Пойдем в Харбор Дистрикт. Смотреть, что там нашли такого. Это ложь была. Вы мне смогли соврать? Ага, вот он. Это то, что Луиджи мне показывал. Так, Вантус. Мы получили какое-то мощное оружие, так сказать. Окей. Ну, уже что-то. Еще один. Окей, с этим вроде все. Окей. Ну давай. Нет. Не хотел я джамп. Thank you.
Давай уже сделаем нормально все. Нет, не хотел я. Ничего не хочу, отпусти меня. Перевести немножко братанов. Ну давай, иди ко мне, деточка. Это мусорка не говорящая.
Идем в магаз. Чёрт, прыгает. Так, а что я могу продать? Купим. Стандартного. Набор молотков у него нет. Ну и хватит, наверное. Так, здесь вроде пока больше нет ничего. Давай сходим в андеграунд. Так. Это первая моя труба. Ой-ой-ой. У меня вантус есть. Что я могу сделать? Ну вон там, блин, я не могу заюзать эту карту, это не. Ну, окей. А, я карту могу заменить. Вот он что. Та-та-та-та-та.
Ого, спаси мой хребет. Окей. Что ж фигня-то, а? Не залезть никак в трубу. Сколько раз он еще будет пытаться залезть в эту трубу? Может, он опять застрянет? Наконец-то. Ой. Я не хотел туда залезть. Семен, Семен. Ну все, ты все. Окей. Ужас. Так, ну давай пробовать, что мы сможем с ним сделать. Напрыгнуть сможем? Окей. Пробуем. Новенький. Заюзаем шлем. И там какой-то был прыжок новый.
будет выглядеть. Не понял, как шлем работает. Добьем прыжку. Как будто дырка в этом камне. Там еще можно какой-то секретный место. Походу. Но ведь не сильно секретный. Точку не закрасить. Пойдем сходим. Мы тут походу богатимся.
Новый враг. Надо было на него напрыгнуть. Теперь два ботинка придется его. Опа. Сколько, 250 будет? 240 удлинил. Окей. Ботиночки тут пригодятся. Ага. Два ботиночка, походу. Приземлиться или нет? Ну это вообще изи. Бази, бизи, что-то там. Раз. Thank you.
спросим еще у тех ребят, все ли с ними окей. Возможно, их сначала надо будет найти все, чтобы мост сделать. Еще один. Мне плохо походу. Третий. Нет. А. Лол. Не то не дождался. Ну, вот так другое дело. Опа. Так, кажется, у нас есть на этот счет пингвина. Ай, там быстрее надо нажимать. Еще два. Ходим сначала направо. Ходили. Отлично. Вот еще один. Не знаю, высасывает что ли. Так, я ее, может, смогу вырезать? Нет.
Тут нет. Окей. Сейчас проверю, нет ли здесь прохода. Нет, прохода нет. Нормально ему-то. Лол. Стрёмно. Стрёмно. Не можешь совсем. Походу пофиг на это. Может обычным молотком? Потом прыжок. Попробуем. Так, воздержимся пока от похода туда. Это ХП у нее не убавлялось, смотри. Нет. Так, стой. Окей, и тут закрасить еще надо. Ну что, попробуем снова. Видимо, сейчас еще спрыгнем разок дальше.
Да, тут придется нас закрасить. Окей. Выкрасили. Та терти та та терти та ти та. А что с тобой делать? Попробуем попрыгать на нем нормально так. Ему пофиг. Так. А еще попробуем эту летучую мышь. Ему все еще пофиг. Попробуем лунный цветок. Огненный цветок у меня сработал. Окей. Пустой. Окей, как его достать? Не понял, тут можно вырезать или нет? Вот. Помню, мы играем в Paper Mario Color Splash, новинка для Nintendo Wii U. Окей, пойдем обратно. Иди нафиг. Пара-па-па. Они мне мозг походу сделают.
Мне кажется, молотком будет нормально зафигачить. Thank you so much. Нет. Почему? Я хотел. И теперь еще два раза придется так идти. Так, окей. Нам еще вторую звезду нам. Я думаю, я смогу тут телепортироваться как-нибудь. Опасная штука, черепахи. Уклонился.
Напомню, играем в Paper Mario Color Splash. Так, а наверное, мне нужно через верх все же пойти. А, все равно. Так, сохранимся. Король Артур, на нас напали. О, это все, что? И что ж ты такой плоский-то? Вот оно что. 77% всего. Странно. Проверим почту. Так, ладно, это мы быстро успеем. Я думаю, сделать. Опа. Ну,
пещеры Бэтмена просто. Музей. Попробуем. Так, и что-то не дает. Угу. Окей, понятно. Ну тут дофига. Mm.
Чё-то даже не знаю, стоит ли. Их же, типа, сложно, наверное, найти. Ну ладно, понятно. Так, и справа мы еще не были. Слева. Окей. Ну типа донать, получишь картину. Нет. Окей, ладно, всем спасибо на сегодня, наверное, все. Думаю, завтра продолжим.